Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Кроме того, владельцы этого имени стремятся к знаниям, а также делать все добросовестно. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Страсть к путешествиям и переменам мест сохраняется у них с детства и до глубокой старости. Они продолжают интересоваться дальними странами, географическими открытиями. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Этих людей с головой затягивает литература, что и свою дальнейшую судьбу и карьеру они строят по аналогии с любимыми героями из детских книг. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Чаще всего обладатели этого имени отличаются высоким интеллектом, склонностью к анализу и философии. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.